Современный квартал Норт расположен в развивающейся западной части Барнаула в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, Павловский тракт. Сегодня это 17 многоэтажных домов, 12 из которых уже введены в эксплуатацию. Застройщик сдает дома досрочно. Преимущество квартала в том, что здесь сформирована полностью инфраструктура социальная, экономическая, коммерческая. То есть здесь в шаговой доступности находятся крупные торговые центры, школы, детские сады, поликлиники, также крупная артерия города, Павловский тракт. То есть вы можете без проблем добраться до центра города. Квартал Норт построен в скандинавском стиле, что нашло отражение в расцветке фасадов. Белый и лаконичный серый цвета, акцент красный. Дома построены по разным технологиям, среди них кирпичные, панельные и монолитные. Этажность тоже отличается, в каждом от 10 до 18. Что касается внутреннего пространства, отмечает застройщик, то здесь любой сможет найти квартиру мечты. Мы учли пожелания всех собственников будущих квартир. Здесь у нас есть как и студии, так и большие четырехкомнатные квартиры. Также в кирпичных домах у нас предусмотрены двухуровневые квартиры, так называемый лофт. Особое внимание в квартале уделили зонам отдыха. Так, в центре жилого комплекса появятся аллеи для ежедневных прогулок взрослых, а для детей разных возрастов уже обустроены площадки с игровыми зонами. Современный квартал, уверен застройщик, придется по душе его каждому жителю. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.